Здравствуйте, вы смотрите программу «Городская среда». Сегодняшний эфир «Городской среды» не совсем обычный, и посвятим мы его не проблемам главного города страны, а гостям города. Кишинев стал местом проведения молодежного форума «Юго-Запад», и сегодня в нашей студии его организаторы и гости. С удовольствием представлю Никита Цуркан, член Координационного совета «Молодой гвардии», организации, которая участвовала в подготовке этого форума, и гость нашей столицы Александр Немцев, руководитель проекта Российской школы политики. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, прежде чем продолжим наше обсуждение, предлагаю посмотреть материал, снятый моими коллегами в день, когда проходила одна из встреч и гостей, и тех, кто организовал эту встречу, и тех, кто принимал участников этого форума. 50 политически активных молодых людей из 15 стран прибыли в Молдову, чтобы познакомиться со здешними реалиями. Зарубежные гости пообщались с представителями парламента Республики Молдова для того, чтобы составить собственное мнение относительно происходящего в нашей стране. Мне очень интересно побывать в вашей стране. У вас действительно очень такая добродушная, такая гостеприимная страна. Но мне очень неприятно видеть, вот, уже пообщавшись с вашими политиками, поняв, вот, какие есть проблемы в стране, что в такой прекрасной стране есть так много проблем. Школа де политика русса и Партидул социалистилор дин Молдова au reușit să facă ceea ce ar fi trebuit să facă poate multe alte institute, atât academice cât și culturale, și anume să reușească să reunească țări din această regiune, regiunea balcanică, regiunea Mării Negre, unde să se adune specialiști și să discute despre ce se întâmplă în regiune. Урегулирование приднестровского конфликта, реинтеграция нашего государства, намерение власти интегрировать Молдову в Европейский Союз – лишь некоторые из тем, которые были затронуты в рамках форума. Тинери в дебате теме destul de stringeniu care se confruntă societatea noastră. Este vorba despre politica în domeniul tineretului, este vorba despre funcționarea problematică și soluțiile care le văd în domeniul administrației publice centrale și locale. Programa vizită насыщена. Это не только знакомство с молдавским парламентом, но и общение с кишиневскими муниципальными советниками и руководством автономии Гагаус-Яри. Встретятся участники форума и с руководством молдавских вузов и молодежных организаций Молдовы. Ну, из нашего материала в целом понятно, о чем говорилось, но все-таки хотелось бы поподробнее. То есть, вот какая главная задача стояла перед организаторами, когда готовилась вот эта встреча? Каких целей хотели добиться и, в общем-то, что удалось? Я думаю, о целях. Да. Я отвечу. Данный проект вот, «Юго-Запад» является таким логическим завершением, ну, неожиданным завершением проекта «Российская школа политики». Мы в Москве проводим площадку, собираем молодых лидеров разных стран, разных регионов России. Они приезжают к нам, имеют возможность познакомиться с политической системой России, то есть посмотреть, как работает публичная власть, посмотреть, как работают институты гражданского общества. Ну и потом вот мы собирали молодых ребят, и вот ребята из партии социалистов Республики Молдова и наши коллеги из Приднестровья предложили идею, и в том числе из Украины, кстати, были, но мы не решились проводить площадки на территории Украины пока, предложили идею провести данный форум здесь. Данная идея была поддержана по линии там, наших старших товарищей, и в результате мы проводим этот форум тут. Ну, вот кишиневская сторона сумела найти или обрести новых интересных, не знаю, друзей, политических партнеров в ходе этого форума? Ну, мы познакомились, по крайней мере, с ребятами из, во-первых, из стран СНГ, которые приехали к нам сюда, и с ребятами из Европы, которые из Евросоюза тоже у нас здесь. Интересно было, ну, лично для меня несколько было таких интересных знакомств. Во-первых, с представителями из Румынии. Очень интересный парень, очень много интересных, правильных вещей для нашего, скажем так, общего развития предлагал. Надеюсь, что будем с ним работать, уже завязались контакты. Есть замечательные ребята с Армении, с которыми мы тоже там познакомились, пообщались. Ну, то есть для нашего, то есть молодежного крыла партии социалистов, для молодой гвардии, есть много интересных контактов, в том числе и в России, с различных городов, с которыми мы будем в дальнейшем работать, и, возможно, это сотрудничество как-то расширится. Такие форумы проведения вообще, их это полезно в первую очередь как нам, потому что это новый опыт, новые знания, и, в принципе, я думаю, и для ребят, которые приехали к нам сюда, в Молдову, посмотреть, как процветающая Молдавия, будучи в составе СССР, развилась за 25 лет,
я в кавычках беру слово, развилась, и что с ней произошло. И, то есть было очень много интересных диалогов, в том числе и в Приморье задавали муниципальным советникам вопросы касаемо города, касаемо его развития. И мне кажется, такие диалоги полезны для всех сторон, которые участвуют в этом форуме. Если продолжить вашу мысль, вот впечатление от нашего города, гостей форума, оно скорее позитивное или не совсем? Ну, я понимаю, что гостеприимством мы готовы прикрыть, наверное, все изъятые булыжники из тротуаров, все мусорные кучи, которые забывают убрать, и вот этот нескладный асфальт, который покрывает наши дороги. Но тем не менее, ведь наверняка многие из гостей натренированным глазом, наверное, видели и недостатки городской инфраструктуры столицы Молдавии. И вот делились ли они впечатлениями подобного характера? Ну, это можно у гостя столицы спросить, как... Нет, Кишинев, он разнообразен, но центр города, конечно, вот по-честному, я бывал во многих европейских столицах, во многих там столицах других стран, оставляет желать лучшего. Кишиневу, мне кажется, необходимо задуматься о том, чтобы, если он ставит перед собой задачи там, властям Кишинева привлекать туристов, то, пройдясь по центральным площадям, туристы больше сюда, скорее всего, не приедут. Но я думаю, что эта проблема, она вполне себе решаема, это не является каким-то приговором, либо каким-то диагнозом. То есть, в принципе, чтобы решить такие более-менее проблемы городской среды, там, Кишинева, мне кажется, не нужно там, каких-то инновационных и марсианских практик, достаточно понятных тех практик, которые существуют либо там в России, либо где-то в других европейских столицах. Ну, тем не менее, видите, мы свидетели, сегодня живущие здесь в Кишиневе горожане, свидетели того, как, какими, в общем-то, непростым и экспериментом подвергается наше жизненное пространство. Мы так видим, как отнимаются у нас детские площадки, газоны, и с этим пытаемся бороться. Но пока, вот, наверное, надо ждать либо следующих местных выборов, либо, может быть, не знаю, какой-то ситуации, которая кардинально бы изменила бы ситуацию, изменила бы вот порядок вещей и порядок того, как принимаются решения в Кишиневе. Но если вернуться к форуму, много говорилось о каком-то единстве, о едином экономическом политическом пространстве. Говорилось о том, что форум – это площадка для рождения новых проектов и идей. Вот о каких-то, ну, не знаю, методах или темах сближения всех участников этого форума находились ли такие вот, ну, окна диалогов или тем для того, чтобы начать, ну, не знаю, какую-то совместную деятельность, допустим, представители тех или иных стран вместе с молдавской стороной, чтобы этот проект имел и продолжение, и, в общем-то, ну, не знаю, так сказать, прозвучал как проект, родившийся здесь, в Кишиневе. Да, безусловно, мы можем уже сказать о том, что данный форум послужил тому, что появится несколько достаточно интересных и новых проектов. То есть ребята сюда приезжали не с туристической такой миссией, они приезжали сюда с миссией посмотреть страну, но и при этом придумать что-то в проектной области. То есть уже мы придумали проект, ребята из Дагестана и Карачаево-Черкесии посетили Гагаузию, и у них родилась мысль о создании, ну, такого форума тюркской молодежи. Может ли на территории Гагаузии, либо на территории республик Северного Кавказа, может быть, в Татарстане, потому что тюрки – это такое разбросанное сообщество достаточно, там, от Чукотки до Турции. И, соответственно, вот подобного рода мысли у ребят уже есть. Что касается каких-то городских проблем Кишинева, ну, многие ребята, вот мы уже продолжаем эту линию, вот я лично способствовал тому, что 4 муниципальных советника Кишинева посетили город Курск. Он сопоставим по количеству населения, сопоставим по там, городскому хозяйству, и посмотрели, как работает городское хозяйство в Курске. То есть это визит состоялся буквально, Никита, 3 недели назад. Да, то есть уже какие-то проекты такие идут, и эти проекты, они всеобъемлющие. Наша задача не просто там посмотреть Кишинев, выпить молдавского вина, но и сделать какие-то определенные усилия на интеграцию наших сил для решения и наших проблем, и, соответственно, проблем наших коллег. Только вместе можем это сделать. Ну, в продолжение проектной истории, вот мы общались, например, с нашим коллегой из Калуги,
То есть тут в области сельского хозяйства интересно очень много проектов, потому что сейчас Калужская область выходит на, практически на первое место, если я не ошибаюсь, по производству, ну и вообще в сельском хозяйстве. И наши коллеги из Калуги, из области заинтересованы в перенятии какого-то опыта. Мы уже так предварительно договорились о том, что будем сотрудничать в этом направлении, либо сначала, может, ребята из Калуги приедут к нам, потом наши представители поедут туда. То есть для того, чтобы этот... Тут диалог не заканчивается только на этом форуме, он только начинается. С нашими коллегами из Армении мы договорились о... В ходе там, визита в высшее учебное заведение Молдовы мы договорились о том, что будем прорабатывать по образовательной линии с Ереванским государственным университетом. Тоже для обмена опыта среди молодых ученых. Это интересно в первую очередь нам и нашим армянским коллегам тоже, так как Молдова представляется по соотношению, скажем так, территории, мы практически равны с Арменией. И Армения, это точнее Молдова интересна Армении как такой, скажем, IT-кластер, который находится на пересечении вот, многих путей. Ну, много говорилось о том, что Молдавию можно рассматривать и как площадку для сближения Запада и России, и, ну, то есть имеется в виду Запада и Востока. И часто вот именно этот проект, так сказать, общая площадка для сближения двух, так сказать, миров, двух идеологий, был, ну, таким, не знаю, пиар-ходом для тех или иных политиков. Но, честно говоря, наверное, это... из области идеологии должны перейти в область практики, потому что, по сути, смотрите, ну, граждане Молдовы, они, так сказать, граждане мира, потому что по географии трудовой миграции практически весь земной шар. Молдавских, то есть наших сограждан можно найти и в Китае работающих, не только на стройках, и в IT-технологии. И в то же время, так сказать, люди с молдавскими паспортами трудятся на самых западных границах Евросоюза. Португалия, Франция, Ирландия. Но вопрос такого рода. И накануне нашей с вами встречи вы побывали в Приднестровье. И тема разобщенности или, так сказать, разделенной территории близка многим, так сказать, гостям форума. И старшему поколению политиков не удалось этот конфликт довести до логического завершения. Ну, так сказать, мало того, что его развязали, так они еще и не завершили. Как молодым политикам видится, не знаю, вот завершение этого конфликта, какому пути следовало бы пойти, или, может быть, что бы хотелось бы увидеть в будущем тем, кто вот только вступает в политику? Приднестровский вопрос, он достаточно сложен, да, каких-то вот таких ясных ответов на него найти, наверное, возможно, сейчас не представляется возможным. Но, с другой стороны, мне, как там, организатору проекта там, «Российская школа политики», приятно, что на наших площадках участвуют коллеги как из Кишинева, так и из Тирасполя. То есть там они взаимодействуют, взаимодействие происходит по-разному. Где-то есть такой живой, понятный спор, но никогда не доходит там, до таких провокаций откровенного толка. Это не конфликт, который имеет место на других территориях постсоветского пространства. То есть, в принципе, диалог, он возможен. А как его решить? Ну, вы знаете, должен, мне кажется, какой-то комплекс факторов состояться, чтобы это решение было. Ну, какого-то понятного рецепта для меня сейчас я не скажу. Ну, вот общение складывается между правым и левым берегом Днестра? Да, но я скажу вам, оно никогда не прекращалось. То есть, если говорить о общении друг с другом, я говорю там лично о себе и о ребятах, которые состоят в нашей организации, у нас никогда не было, я надеюсь, что не будет ближайших проблем с Приднестровьем на уровне каком-то человеческом. Нет конфликта, мы общаемся, мы созваниваемся, мы видимся, и все нормально. То есть никакого конфликта, конфликт есть на уровне власти. Если говорить о разрешении конфликта на сегодняшний день, я вижу пока единственный выход из сложившейся ситуации, это федерализация. Как мы уже к ней придем, это вопрос уже другой. Думаю, нашим старшим товарищам есть над чем подумать, и как это сделать, и в каком это ключе, чтобы это было взаимовыгодное, скажем так, партнерство, взаимовыгодное сожитие и
нас не надо делить. Мы и так маленькое государство. Мы должны быть все вместе и должны работать на благо страны. И тогда, мне кажется, у нас появится будущее. Я говорю о молодежи сейчас, в принципе, о поколении, которое там еще младше, чем мы. Это моя позиция. Я считаю, что нам есть еще с чем работать и с кем. Форум Юго-Запад, он планирует, раздвигать границы? Я вот, просматривая вместе с вами материал, подготовленный нашими коллегами, обратил внимание на вот короткое интервью одного из участников из Румынии, который говорил о том, как, что этот проект, эти встречи крайне важны вообще для стран Балканского региона. Вот на ваш взгляд, насколько эффективно могли бы действительно вот эти встречи продвигать идею, единого экономического политического пространства, которое бы втянуло в себя бы сейчас балканские страны, для того, чтобы и они тоже, наверное, становились вот этим, общим элементом, который объединил бы Запад и Восток? Да, наш форум, он преследует задачи именно ознакомления с Юго-Западом Союза СНГ, Содружества независимых государств. Румыния не является членом СНГ, но при этом существуют аналогичные площадки, в частности, наши коллеги из фонда Горчакова каждый год проводят балканский диалог. Он проходит в Белграде, в Сербии, там собираются люди, которые говорят по-русски из всех стран Балканского региона, происходит эта коммуникация. Сейчас в целом подобные практики развиваются. И я вот хотел подробно остановиться, что в 2017 году в городе Сочи в России пройдет Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Нам бы хотелось, чтобы молдавская молодежь участвовала в этих событиях. То есть будет, наверное, проведена какая-то кампания рекламная вот этого события, в том числе на территории Республики Молдова. И молодежь молдавская вовлекалась в коммуникацию всестороннюю с разными странами, с разными регионами мира. И чем больше будет таких коммуникаций, в том числе и каких-то спорных практик, дискуссионных моментов, потому что все люди разные, у всех разные идеологические какие-то установки. Но при этом коммуникация позволяет стать ближе, понять друг друга. И на молодежном уровне, потому что вот в последние, там, например, 20 лет, к сожалению, коммуникация между молодежью и СНГ была либо прервана, либо она происходила на не совсем правильных и, наверное, не совсем эффективных началах. То есть сейчас эта политика меняется, развивается активно молодежная политика как в России, так и в странах СНГ, и мы дальше можем коммуницировать. Что касается форума Юго-Запад, планирует он раздвигать границы? Конечно, планирует. Нам бы очень хотелось посетить Одессу, если мы говорим о Юго-Западе СНГ, посетить город Измаил, но в настоящее время российским участникам, да и не только российским участникам, мы не сможем обеспечить гарантии безопасности. Казалось бы, что в этом такого, но мы не вправе рисковать, поэтому мы и не ездим. Но мы надеемся, что там в течение 2-3 лет ситуация на Украине как-то стабилизируется, и мы сможем проводить подобные площадки вместе с нашими украинскими коллегами. Ну, молодость – это еще, это понятно, период, когда мы все учимся, и это насыщение знаниями, опыта. Но, тем не менее, ведь энергия бьет ключом, и нужно это все переводить в практическое русло. Получается ли, исходя из общения с теми, с кем пришлось встретиться здесь, в Кишиневе, получается видеть какие-то практические шаги реализации тех идей, с которыми приехали сюда ребята? Продолжая тему, вот я затронул немного по поводу географии, то, что говорили. Вообще приятно видеть в Кишиневе географию проекта, вот мы с Александром буквально недавно обсуждали, этого форума уникально. Потому что, как говорится, такого у нас еще не было. Приехали ребята от Владивостока до Любляны. Мы прям охватили максимально все, что могли охватить. Еще некоторое количество участников ввиду определенных причин не смогли приехать, так бы у нас еще мы бы и глубже вниз продвинулись еще. Это правда очень приятно нам, то есть жителям Молдовы, и потому что мы принимаем у себя людей разных абсолютно взглядов, разных национальностей, с разным восприятием и менталитетом. Это очень хорошо. То, что вы сказали, если относиться к практике, мы в любом случае, как я уже сказал, мы только начинаем этот диалог. То есть мы не останавливаемся, мы только стартуем. И сейчас
говорить о том, что какие-то уже первые практические шаги были сделаны. Они были сделаны в рамках знакомства, обмена контактами и, наверное, договора о том, что мы будем продолжать общаться. И эта заинтересованность, что приятно, не только с одной стороны, например, не только со стороны наших молдавских участников, которые участвуют в данном форуме, но и со стороны наших коллег, которые приехали из-за рубежа, они заинтересованы, им тоже есть что перенять у нас. Потому что, к сожалению, нашему большому, мы отличаемся от наших участников из других стран, от наших коллег тем, что в нашем государстве практически отсутствует молодежная политика как таковая. То есть, если мы говорим, например, о Российской Федерации, там есть четко проводимая политика в отношении молодежи. Молодежь понимает, что она может делать, на что она может влиять. Там есть определенного рода молодежные парламенты, советы при областных центрах и тому подобное. То есть также можно там провести параллель и с нашими, там, к примеру, румынскими коллегами, у которых тоже есть подобного рода структуры. В Молдове, к сожалению, нашему большому такого нет. И молодежь, которая даже хочет каким-то образом влиять на хотя бы на совет, скажем так, что, чтобы голос молодежи был услышан, ей некуда идти. Кроме того, как, например, там, не знаю, вступать в какую-то политическую партию или присоединяться к какому-то молодежному крылу для того, чтобы продвигать свою идею, которая совпадает с той или иной политической партией, ну, то есть ее как-то каким-то образом, скажем, разгонять. И, по крайней мере, мне и моим коллегам из Молдовы было интересно послушать о том, как создаются молодежные парламенты, молодежные правительства и как они функционируют, для чего. То есть это все работает, какие есть этапы у этого развития и к чему это может приводить и на какие, скажем так, аспекты жизни города, области и страны это, в принципе, может влиять. И я считаю, это, наверное, для нас на данный момент пока самая полезная точка, с которой мы уже точно будем трогаться, будучи в Молдове, нам есть уже, мы уже в этом направлении работаем. То есть есть интерес к развитию таких молодежных структур в самом государстве? Абсолютно, потому что, мне кажется, без этого голос молодежи должен быть слышен. И он должен быть слышен не только, когда идет предвыборная агитация, я имею в виду, что когда молодежь использует в качестве очередного голоса на выборах, молодежь должна, власть должна работать с молодежью. Потому что молодежь это наше будущее, это будущее нашей республики, и она должна быть подготовлена, она должна понимать, с чем и с каким месседжем она идет дальше, скажем так, по жизни, и что она хочет. Не только рабочие места, не только, скажем так, достойную зарплату, но она должна понимать, помимо этого, что нужно для этого, что необходимо сделать, что необходимо, надо создать для того, чтобы прийти к достойной зарплате, к достойному уровню жизни. И, ну, в диалоге всегда и в спорах, в принципе, рождается истина. Так, через диалог только это можно делать. Да, ну, вот вопрос постороннего человека для этого форума. Вот сам форум «Юго-Запад» — это площадка для, ну, не знаю, такого перекрестка мнений людей с разными идеологиями, или это, ну, такой эпицентр, куда втягивают общего политического и идеологического пространства? Нет, задача формирования какого-либо политического мнения, формирования какой-то политической позиции перед нами не стоит. Перед нами стоит задача это показать Республику Молдова, показать Приднестровье, показать Украину в будущем, мы надеемся, и посмотреть, как устроены там политические инструменты, как работает гражданское общество, перенять какие-то практики, причем как позитивные, так и непозитивные. Потому что там многие практики можно перенимать в том позиции, как сделать так, чтобы этого не было. То есть задача просто такая знакомительная и дискуссионно коммуникабельная. То есть ребята коммуницируют друг с другом. Позиции разные. Мы в Москве, когда проводим подобного рода площадки, у нас участвуют представители разных политических сил в качестве спикеров, в качестве участников. То есть наша задача, мы просто развиваемся друг с другом, помогаем друг другу, но у нас при этом могут быть разные политические позиции наших стран, там, в наших странах. То есть вот так вот. Ну вот какие встречи, проведенные в Кишиневе, наиболее стали запоминающимися? Запоминающимся мне стала встреча в парламенте Республики Молдова. В частности, очень интересно, что гид, который был прикреплен к нашей группе, он такой достаточно антироссийских, можно сказать, взглядов. Он всячески продвигал, там, пытался продвинуть
тематику, которую мы все с вами знаем, нет смысла ее повторять, там, трактовок там, Великой Отечественной войны и так далее. То есть он так всячески это делал. Ребята его слушали, все как бы понимают, уже люди взрослые, но при этом потом параллельно коллеги там, из партии социалистов ему оппонировали. Но это и здорово, что есть такой дискурс, участники могли посмотреть настоящую Молдову, что какие процессы, в том числе негативные, здесь происходят. И без лака посмотреть, что, кто есть кто, что есть что. Поэтому... То есть увидеть, да. С какими реалиями сталкиваются, допустим, да. те же ребята из Молдовы, с чем приходится им, ну, скажем так, бороться, людям противодействовать, если, конечно, не разделять эту идеологию. Но мы знаем, что, то есть мы живем в реалиях, когда вот геополитический фактор сегодня это один из тех моментов, который делит нас на тех, кто склонен или убежден в том, что будущее Молдовы – это будущее в экономическом сотрудничестве с Российской Федерацией, ну и политическом тоже взаимодействии. И те, кто считает, что Запад, Евросоюз – это наше будущее, и нам быть в составе Евросоюза, а значит, и разрыв экономических и политических, скорее всего, связи с странами СНГ. С другой стороны, если уже наблюдать целиком картину в Молдове, то практически у нас есть раздел еще и по уровню социального благосостояния. Ведь вот сегодня, когда политологи рассуждают, как будем голосовать, вы знаете, что у нас, так сказать, уже приближаются президентские выборы, буквально стартовала электоральная кампания. Но вот сегодня политологи спорят, какими мотивами будут руководствоваться избиратели геополитическим фактором или вот этим социальным разрывом на богатых и бедных, которые разрывают, то есть и все дальше и дальше вот пропасть разводит людей. А, вот подобные темы обсуждались на форуме, и если да, то вот как видится развитие, допустим, ну, вот этой ситуации? Я понимаю, что она не только молдавская, она и близка и тем представителям тех стран, которые стали участниками этого форума. Ситуация обсуждалась, действительно, подобная ситуация близка многим нашим коллегам из европейских стран, из стран с СНГ, Евразийского союза. И это очень хорошо, потому что в том числе участники из Молдовы и из Приднестровья могли послушать и выслушать мнение двух сторон. Потому что страны восточноевропейские, которые сейчас вошли в состав Европейского союза, простые ребята, там не элита этих стран, которые приезжали на наш форум, они высказывались определенные там, опасения, определенные риски. При этом ребята с СНГ тоже говорили, как у них происходят процессы, как происходит интеграция. Вот, в частности, очень интересный армянский опыт, потому что ребята говорят, что там всячески пытаются поджечь республику, перенаправить ее в русло такой как бы атлантизма, условно говоря. Но это не получается сделать. Не получается сделать, потому что армянский народ не дает им пойти по этому пути, потому что там понимают, с чем это может быть, с какими рисками это может быть связано. Потому что, как и молдавская, армянская диаспора достаточно широко представлена в Российской Федерации. У нас множество армян работает там как в Москве, так и в других регионах. Краснодарский край там есть. В принципе, армянские города, там Армавир, в Пятигорске очень много армян. Поэтому это очень интересный вопрос, на который тоже очень сложно. Я просто ангажированный человек, я как представитель России, там для меня все понятно, но для ребят из разных стран они думают, они размышляют. И я думаю, что они придут к какому-то правильному мнению. Но опять же, мы не ставим задачу его формировать. Что интересного, если продолжить историю с коллегами, мы общались из Армении, и когда мы в первый день, у нас была встреча в парламенте, мы встречались с депутатами, после встреч у нас был диалог с нашими армянскими коллегами, и вот что мне очень запомнилось, он сказал, ты знаешь, очень хорошо, что наша страна не подписала соглашение об ассоциации, хотя Армения была на грани уже подписания. Потому что, говорит, я вижу, к чему это приводит. То есть люди, как и в Молдове, люди сопротивлялись, скажем так. Потому что, ну, давайте посмотрим правде в глаза. Не все население Молдовы было согласно с тем, что и формой подписания, и что в принципе подписывают этот договор об ассоциации. То же самое была история в Армении. И наш коллега из Армении сказал, что я
вот все, что увидел, я все расскажу своим товарищам в Армении, для того, чтобы люди понимали, к чему это может привести и какие опасности ждут страну и, в принципе, ее граждан. А по поводу социального разрыва, то есть мы не показываем Молдову, скажем так, только с хорошей стороны, чтобы это было понятно. Нам важнее в этом форуме, чтобы ребята увидели настоящую историю. Настоящую историю республики, о том, через что наша страна прошла, что ее, в принципе, нашу страну там побросало. Это ни для кого не секрет. И если говорить о геополитическом векторе в том числе. И вот мы сейчас находимся на точке, на которой мы находимся. То, что сейчас вот на таком распутье перед президентскими выборами. И мы не водили их какими-то там определенными путями, чтобы они видели только там, что у нас все хорошо, что у нас все замечательно. Конечно, если говорить о том... Мне кажется, трудно даже найти эти пути у нас. Я вот хотел, да. То ли пробка, то ли... С языка просто сняли, да, потому что тяжело по центру, да. По центру тяжело найти дорогу, через которую можно пройти и показать, что все красиво. К большому сожалению. Потому что я, например, очень люблю Кишинев. Это прекрасный город, очень зеленый. И что участники... как все сходились на том, что Кишинев очень красивый и приятный. Когда еще с погодой повезло. Если бы, да, еще у нас, нам повезло, было солнечно, зелено, красиво, но вот все это перечеркивает инфраструктура, которая, и точнее ее полное отсутствие в Кишиневе, что ее разбитые дороги, в ужасном состоянии тротуары, проблема с транспортом, то есть мы, и ребята и в пробке постояли, то есть мы показали все, что, все как есть, все честно, всю правду. Надеемся, что это было полезно. Плюс ко всему участники поехали в Гагаузию, посмотрели и пообщались с представителями того региона, который начал тесно работать сейчас с Российской Федерацией, который начал развивать, скажем так, культурное какое-то свое общение с Россией, с регионом, с Татарстаном. Там, Гагаузия еще работает с Санкт-Петербургом. И ребята, которые приезжали, у нас есть участники из Санкт-Петербурга, они об этом знают, и точно они говорили. Ребята, которые приехали из Карачаева, Черкесии, из Дагестана, им очень интересно, в принципе, гагаузы как этнос. Ну, то есть эта встреча была полезная для со всех сторон. То есть нельзя говорить, там, все прошло хорошо, ребята увидели красивые места, мы их там, не знаю, свозили в криковские подвалы, показали все, все довольны, все смеются. Нет, есть и отрицательные стороны нашей страны. Мы ребятам тоже показываем. Все честно, насколько это возможно, для того, чтобы сложилась полная картина. И ребята, когда уезжают в свои страны, чтобы они могли сказать, что они увидели, чего, какие ошибки не стоит повторять. И есть о чем говорить, и есть куда развиваться нам вместе с ними. Ну вот градус интереса, если так вот заглянуть вглубь форума, он насколько был высок, градус интереса вот к нашей ситуации или к тому, что в чем сегодня находится Молдова, как она развивается? Он характеризуется цифрой поступивших заявок. Конкурсный отбор на данный форум был 10 человек на место. То есть, соответственно, эта география, она различна, как правильно сказал Никита, от Владивостока до Любляны, практически весь евразийский континент. Молдова интересна, потому что Молдова у всех на устах. В вашей стране, вот в Российской Федерации, информационное поле, оно так или иначе освещает события в Молдове, причем достаточно так мощно события там, по всей территории республики, в Гагаузии, в Кишиневе там, и в других местах. Поэтому градус очень высок. И я уверяю вас, уже у нас поступают предложения со стороны наших участников. Мы не знаем, как это сделать еще юридически. Они хотят сюда приехать, посмотреть, как проходят президентские выборы. Возможно, кто-то из них приедет сюда в качестве международного наблюдателя, что тоже достаточно интересная практика. Но интерес очень высок, очень. Ну вот сам форум, я так понимаю, набирает только обороты, да, еще такое молодежное движение. Тем не менее, вот ведь сверхзадача и цель вот этого движения, на ваш взгляд, какова? Сверхзадача этого движения сделать так, чтобы мы, молодежь активная, со всего практически евразийского континента, знали друг друга, имели друзей во всех странах,
могли обмениваться контактами, могли обмениваться какими-то практиками. В любом случае мы объединяем активную молодежь, и эта активная молодежь уже через 10-15 лет будет на достаточно серьезных и статусных позициях в своих государствах. И если мы начали этот диалог уже с столь юного возраста, то на перспективу он нам будет даваться легче. То есть у нас перспективная задача, она многогранна, но основные плоды от подобного рода площадок, они собираются спустя время. И мы, проводя такие мероприятия, вот с Никитой, как организатор данных мероприятий, мы вкладываемся в свою перспективу прежде всего. Потому что не коммуницируя друг с другом, прерывая какие-то контакты или уходя в эмоции, в конфликты, мы лишаем себя будущего. И наша задача этого не делать и не допускать. Вы говорили о том, что конкурс для участия в этом форуме достаточно велик. А каковы критерии вот отбора тех, кто вот в итоге приехал сюда? Критерии отбора просты. То есть, чтобы попасть на этот форум, участники заполняли анкету, свой видеоролик присылали мотивационный, почему они хотят сюда ехать. Ну и плюс им должно быть интересен молдавский регион в целом. И вот по этим критериям, то есть насколько человек подкован в ситуацию, происходящую на этой территории, насколько он хочет дальше развивать свое отношение с этой территорией, то есть чтобы было понятное постпрограммное взаимодействие. Какие-то заявки такого туристического плана, то есть съездить, посмотреть Кишинев, посмотреть все достопримечательности, ну мы их отшивали, что называется, потому что у нас задача немножко иная. То есть задача именно постпрограммного взаимодействия. И люди отбирались по такому принципу. Я что отмечу в продолжение то, что говорил Саша, по поводу уровня вовлеченности, скажем так, в молдавскую проблематику, было очень приятно, очень, ну, то есть спикеры, с которыми там, мы взаимодействовали, давали, которые нам потом, скажем так, фидбэк после того, что, как провели свои лекции, это было очень интересно, потому что все отмечали, что люди задавали интересные вопросы. То есть они уже были внутри, скажем, этой молдавской проблематики, они понимали, и что самое важное в этой всей истории, что практически каждый участник, он в какой-то своей области, ну, он уже там состоявшийся профессионал, и каждый задавал вопросы лично от себя. Они-то не на бумажечке написали, попросили задать вопрос, а человеку было действительно интересно. Там вопросы были, начиная от, как я уже говорил, сельского хозяйства, заканчивая вопросами, связанные с коррупцией, вопросы, связанные с IT-сектором, вопросы, связанные с какими-то там интеграционными вещами, с применениями, там, имплементацией каких-то новых методов. То есть это настолько все было, правда, широко и интересно, как спикерам отвечать на эти вопросы, так, в принципе, участникам слушать ответы, потому что вопросы задавались не лишь бы, они задавались с целью для того, чтобы понять действительно все вот те пустоты, которые были не заполнены, скажем, до приезда в Молдову, чтобы разложить все по полочкам, и все встало в какую-то полную ясную картину для участников. Мне кажется, что нам не на 100% удалось это сделать, потому что мы не были еще с ребятами на севере. Это уже для следующего форума, когда ребята к нам приедут, у нас север остался не тронут. Уже что... запланирован такой форум и как-то обозначали временные границы? Форум оказался эффективным для нас, и, соответственно, любые эффективные вещи, они так или иначе, их легче продвигать, легче лоббировать, чтобы выделили там какую-то поддержку на данную историю, поэтому я думаю, что проблем со следующими форумом не будет, но порядок, я думаю, подобную площадку целесообразно проводить раз в год. То есть и в следующем году, может быть, в это время, может быть, там май месяц, мы вот сейчас думаем с ребятами, какое время лучше подходит. Я думаю, мы его запланируем и в следующем году тоже сделаем. Ну, понимаете, время не стоит на месте. И вот какова Молдова будет через год? Нам, например, вот, кишиневцам крайне интересно, потому что мы большие надежды на изменения в стране несут в себе президентские выборы, которые, в общем-то, для нас, для многих это экзамен на государственность, что ли, потому что, смотрите, почти 20 лет не было прямых выборов президента, всегда элита политическая выбирала себе, так сказать, лидера.
Вот, ну, какова элита, такой лидер. И в этой ситуации тут хотелось бы, ну, очень много вкладываем каждый из нас в эти 30 октября, в эту дату. И для нас, конечно, хотелось бы, чтобы мы также были гостеприимны для участников этого форума и сумели много полезного для себя почерпнуть и, в общем-то, и поделиться. Потому что, сами понимаете, ведь человек, ну, живет и тем, чем он может, что он может отдать. Ну, кроме Кишинева, возможно ли другие географические площадки для проведения этого форума? А Юго-Запад – это Юго-Запад СНГ, как мы сказали, но мы сейчас рассматриваем подобные рода площадки на территории там, Армении, на территории Киргизии и Казахстана. Поэтому, я думаю, в ближайшей перспективе мы сделаем такие, у нас такой план, как бы максималистский немножко, но мы думаем, что его реализуем. Подобного рода площадки по всему пространству СНГ, а возможно и в регионах Европы, Азии. Потому что у нас все больше и больше сеть выпускников, и мы найдем какие-то формы совместной интеграции. Ну, больше здесь, да. Мне кажется, что тут интересная была встреча, но именно конкретно, если говорить о нашем форуме, была интересная встреча представителей СНГ и представителей стран Европейского Союза, ну и граждан Молдовы, соответственно. Она... Вы знаете, что интересно, что ребята из... Между всеми участниками форума нет никакой, скажем, не то что агрессии друг по отношению к другу. Очень все дружелюбно общаются, и все понимают прекрасно, что странами надо дружить, надо общаться, нужно делать совместные проекты, в том числе там образовательные, культурные и так далее. И если география, то, о чем говорим, география будет с каждым разом все больше и больше расширяться, это будет только в плюс странам, которые в этом проекте участвуют. Потому что подобного рода я, по крайней мере, ну, то есть проектов не знаю, пока не видел. Это интересно. То есть, когда ребята приезжают в одну страну, их знакомят с представителями различных органов власти, исполнительной, законодательной, они видят различные регионы, понимают проблематику, общаются, и это все происходит за там меньше, чем за неделю, это интересно, и это должно жить, и я надеюсь, что это будет жить, и не только в Молдове. Ну вот в отличие от старшего поколения, молодому, например, неизвестно, непонятно, например, такие вещи, как ностальгия, но вот я общаюсь с теми, кому за 50, за 40, я говорю о политиках из других стран, и часто даже с простыми гражданами профессия журналиста позволяет или вынуждает много передвигаться, и общаюсь вот с представителями совершенно разных стран, и стран СНГ, и тех, кто, в общем-то, стал частью Евросоюза. Так для людей старшего возраста ностальгия по определенным, ну, вещам, которые вот сохранились у них в памяти, о том, как развивались их страны в этот социалистический, советский период, он очень ярко в них живет, этот элемент. И многие, так сказать, видимо, скучают по бесплатному образованию, медицине, совершенно другом качестве, и каких-то других социальных проектах, и гарантированности права на труд, опять же, который подтвержден не словом каким-то там в законе, а делом, он присутствует. И этот один из тех элементов, когда, видимо, не дает многим чехам, полякам, не знаю, венграм, тем, кто учился в советское время, учили русский язык, не позволяет забыть этот русский язык, есть попытки общения. На одном из форумов, я помню, даже по IT-технологии приезжали представители Эстонии. Там министр, женщина в то время, начала с ней говорить на одном из языке, который, мне казалось, был ей понятен, она мне прервала и говорит: давайте говорить по-русски, нам сейчас в Эстонии это очень нужно. То есть, чем это было вызвано, не знаю. Но вот ностальгия, она, в общем-то, молодым неизвестна. Тем не менее, вот это стремление говорить на одном общем языке, это что? Это какая-то данность или, может быть, это стремление к каким-то общим, не знаю, таким точкам соприкосновения, политическим или идеологическим ценностям? Тут, вы знаете, да, мне кажется, здесь больше вызвано это тем, географией, во-первых. И большинство, например, стран, которые участвуют в нашем форуме, это страны бывшего, ну, это нынешнего СНГ. То есть ребята, в принципе, разговаривают на русском спокойно. То есть нет никаких там, может быть, да, с акцентом. Потому что они в силу там определенных своих причин так. Но это русский, и они знают русский, они знают свой государственный язык.
разговаривают, то есть, как я понимаю, большинство из них разговаривает в своих семьях тоже на русском языке, это тоже как-то это данность. Но больше всего, мне кажется, здесь фурор на нашем форуме произвел представитель Румынии, который, ну, то есть, лично я, когда встречал, мы общались с ним, я начал разговаривать с ним на молдавском, он сказал: «Стоп, здесь я в Молдове, я разговариваю на русском». И, ну, то есть, это так, ну, это, вы знаете, это не то, что... Давайте поговорим на русском, нам это так надо. Да, и, ну, то есть, это было, правда, приятно, потому что приезжают, тут у нас есть люди со Словакии, с Сербии, с Польши, они, тут большинство людей знает английский, то есть, все нормально, все могут говорить на английском. Но люди, которые приехали, я же говорю, вот там с Польши, со Словакии, с Сербии, они делают ошибки, но они все равно пытаются говорить на русском, и у них это очень хорошо получается, и они вот с каждым форумом, они, мне кажется, все растут и растут. И это наша история, общая история каждого из наших государств, и почему нет? Тогда было хорошо. Да, продолжая слова Никиты, была такая достаточно интересная ситуация в аэропорту, когда приезжали участники. А многие пытались поговорить с таможенниками по-английски. На что таможенники прерывали, говорят, то тоже давайте на русском. Ну, они там допрашивали, все как надо. Но как бы на русском языке в Молдове в настоящее время я не ощущаю сильных каких-то там притеснений русского языка. И если это так, то логичным бы, что рабочий язык форума был русский выбран нами. И в тех странах, в которые мы его будем делать в последующем, мы, наверное, пойдем такой же практикой, потому что я уверяю вас, что в настоящее время людей, говорящих по-русски, включая это молодое поколение, достаточно много. Но, к сожалению, русский язык воспринимается как некая такая опция для связи с Россией, а это не так. Русский язык, он многогранен, он всесторонний, но там многие страны, в многих странах он распространен, это не только Российская Федерация. Поэтому вот именно вот эту опцию межгосударственного общения на этом языке, мне кажется, ее стоит развивать в дальнейшем. Ну вот вместе с вашим форумом у нас здесь в Кишине произошла достаточно интересная и любопытная, и, наверное, ценная с точки зрения культуры, развития русского языка. Вот такая встреча, прибыли граждане Бельгии, они же прямые потомки Александра Сергеевича Пушкина, его правнук и своей супругой. И было крайне интересно и приятно наблюдать, как это, не знаю, консолидировало, как сейчас говорят, или объединяло многих людей, которые, в общем-то, никогда не сходились во взглядах, но вот они сошлись в любви к поэзии, особенно поэзии Пушкина. Я хочу еще сказать, что каждый телевизионный эфир, вот лично я воспринимаю как, ну, некая капсула времени, то есть, которую можно вот, вышло в эфир, да, заложили в какое-то временное пространство, в как кирпичик какой-то, а через год или через некоторое время можно к нему вернуться и, так сказать, развернуть эту капсулу и посмотреть, а что же там было и что это стало, каким месседжем или каким посланием в будущее стала эта программа. Давайте вот я предлагаю воспользоваться этой капсулой времени, заложить в эту капсулу какое-то пожелание для будущих участников будущего форума, который пройдет ровно через год в Кишиневе. Начинайте. Я бы хотел увидеть в Молдове представителей, наверное, больших стран, из географии пошире. Надеюсь, что нам удастся в следующий раз пригласить участников из Ближнего Востока, возможно, там тоже есть люди, которым это интересно. Расширить, может быть, и европейскую составляющую, то есть пригласить побольше ребят, наших коллег из стран Евросоюза. И я надеюсь, что с каждым следующим форумом будет расти его и качество, и количество, и мы уже увидим на практике, я надеюсь, в следующем году уже мы сможем показывать, что нам удалось вот в этот годичный период, чего нам удалось добиться по итогам первого форума Юго-Запад, какие ступеньки мы преодолели и какие проекты уже получили право на жизнь и которые уже работают. Ну вот, ваше послание кем было? Мое послание, вы знаете, мы в очень удачное время приехали. Действительно, сейчас Молдова находится на таком переломном моменте. И я бы хотел пожелать, чтобы следующий форум, который пройдет через год, являл собой некие изменения в республике позитивного характера. И чтобы от форума к форуму ситуация в Молдове становилась лучше, приятнее здесь было жить, появились перспективы
развития именно так, человека, появилась перспектива развития экономики страны, и Молдова стала сильным независимым государством. Ну, от себя добавлю, что я в это послание, например, заложу вот такую маленькую записочку, чтобы у нашей страны появилось как можно больше друзей. А эти друзья — это те, кто понимают. А те, кто понимают, значит, и разделяют общую судьбу. И тогда, в общем-то, наверное, и происходят положительные изменения в мире, в целом, и в жизни каждого. Спасибо вам за сегодняшнюю встречу. Я надеюсь, нашим зрителям было немного более понятно о том, чем занималась молодежь стран СНГ и гостей там, стран Евросоюза у нас в Кишиневе, о чем говорили. И, наверное, когда следующий форум такой будет организован в Кишиневе, ну, внимание к нему будет приковано и в большем количестве журналистов. Потому что я так понимаю, что в силу, ну, будем говорить, определенных обстоятельств, в силу того, что сегодня политическая повестка дня привлекала моих коллег гораздо значительнее, и все следили за тем, кто что там говорит, особенно касается будущих оппонентов в президентской гонке. Вот. Но тем не менее, когда мои коллеги приезжали вот со съемок материалов о вашем форуме, ну, глаза горели, говорили, что это очень довольно интересная тема, как бы нам, так сказать, и дальше это проследить. Будем следить. Спасибо. Вы смотрели программу «Городская среда». У нас в гостях был Никита Цурган, член Координационного совета «Молодой гвардии», а также Александр Немцев, руководитель проекта «Российской школы политики». Следите за эфиром, будет интересно. Всего доброго.